Резки, область Чонград, количество беженцев-нелегалов, задержанных властями Венгрии за день, выросло до 250 человек, сообщил журналистам советник премьер-министра Венгрии по безопасности Дьерд Баканди на брифинге во вторник, который прошел на границе. Также советник премьер-министра добавил, что за день было задержано 13 контрабандистов, которые перевозили нелегалов. Среди контрабандистов оказалось 12 граждан Венгрии и один серб. На своем автотранспорте они везли 91 нелегала, которые также были задержаны. С полуночи 15 сентября в Венгрии вступил в силу новый пакет законов о защите границы и миграции. Новые меры подразумевают участие армии в контроле границы, уголовное наказание в виде 3 лет тюрьмы за нелегальный переход границы, ранее это считалось административным правонарушением, депортацию обратно в Сербию нарушителей границы, а также ускоренный процесс рассмотрения запросов о предоставлении статуса беженца и ужесточении наказания для организаторов контрабанды людей.